как ты лакируешь, облюдать, даже, ну, да, так, подальше туда. Вот так, так, наверное, чтобы посветлее было. Посветлее, чтобы было. Подожди, где сним... мне надо нажимать, покажи, где, чтобы снималось. Где? Ну, вот, снимается. А, отлично, отлично. Супер, ну вот, интересно. А чем ты покрываешь картину? Что это такое? Лаком. А, зачем? Да 19-го, надо успеть. Как-то открытие. А-а-а. А то я услышал, что опять будет. Да. Будем сидеть. Ну, а или будет, или не будет, не знаю, посмотрим, как получится. А ты успеешь до Нью-Йорка или здесь будешь проводить? Подожду здесь. Да нет, я не знаю вообще, послушай, не знаю. А что за, что, для кого картина? Ты просто на выставку или ты кому-то писал? Нет, на выставку. Этот вот, знаешь, надпись. Ага. Знаешь эту надпись? Да. Ну вот, мы знаем, а молодежь-то не знает. Не сидели в концлагерях. Да. И не знают, что это такое. Сколько уходит время на такую работу у тебя? Как? Сколько уходит время нарисовать такую работу, написать? Ну, как услышал в новостях, что уже в Америке все, закрыли города. Да. Ну, а что писать? Летом писал красивых девушек, яхты. Да. Все, что вот у трезвого на уме, у пьяницы на языке. А у художника на холсте. Да. Вот такие дела. Это правда. А вообще, видишь, такие товарищи все. Слушай, ну какая-то грустная работа, если честно, совсем. Ну не то слово просто. Я не знаю, это, мне кажется, не популярная тема, не коммерческая. Я пишу диптихи, вот одну красивую такую жизнь утверждаешь, одно предупреждение. Потому что если люди историю не учили и не знают, что есть силы, которые всегда были, и в общем без них жизнь была бы общество скучной. Они все время пытаются всех поджать и сделать такой, как, ну, мир. Как Наполеон, Гитлер или Сталин. Все, на свете. Ага. Вот еще один зритель. Свидетелем быть еще бы не приходилось. Ну нет, нет, будете свидетелем. Ты историю знаешь, что это такое? Сидел ты в концлагерях или нет? Я не там, не там не сидел. Да, ну, нужно всегда быть готовым в наше время. Народа. Ни у кого памяти нет. Все думают, почему еврейский народ пытается все время это учить детям, рассказывать, писать. Из поколения в поколение. Да. Потому что забывают, мне дети только вот... Давай, уехал сын в Мюнхен учиться. Но тогда не будет сюрприза, когда наступит. Вот, кроме еврейского народа. А все думают, чего это они все время не забудут. Ну, а вот... есть еще много разниц. Воспитание с детства. Давай, подойди, смотри ближе. Ты, может, не видишь так далеко. Как политик, депутат. Ну что тут написано? Ты можешь что сказать? Да. Что вы думаете? Что это такое? Знаешь такую надпись? Натурлик. Я натурлик. Ну. Да. Кто нам как сигаретку? Видишь, тут на башке уже QR-код. Те же товарищи, кто... 80 лет назад, думаешь, они исчезли? Ну, это не QR-код был, шлады. А это персональный код, который был на... Ну, на да, это то же самое. Ну да. А знаешь, кто разрабатывал его? IBM. Молодца, пятерка, садись. Кто здесь? Да. Так что вся надежда на евреев, что они просто помнят и как-то... Все Нюрнберг спасут. Да, спасут. Другому нет. Манас, надейся, сам неплохой, дорогой.
нет такого, вот кроме ребенок, хоть хочешь там вырваться. Хотя, вряд ли. Товарищ. Да. Надо всех подключить, да. У нас массовое сознание, коллективное. Да, я главное тут. Сколько раз ты покрываешь лаком? Ну, я вообще как бы сперва начинаю рисунком черным-белым какие-то образы. Потом делаю... Ты что-то, может, видишь, прилипать можешь что-то? Видишь? Да, это все еще липнет. Потом все вот что-то попало, как... видишь, что-то попало? Я так миксирую, вот, как снимай. Рисовальщик. Сними это. Как это какая-то мошка бедная. Да. Я как рисовальщик рисую. Что, через миллион лет, знаешь, как стоит эта мошка будет? Не убраться. А ты не можешь прокомментировать, Эдвин. И как сосед, мы тут рядом живем, с моей кроватью до твоей метров 8. Я бы не сказал. 8 метров. Существует, да, рядом, да. Ты мне про политику не рассказываешь? Да, мы не гей-пара, но спим метров 8. Да. Я просто чувствую твои вибрации. Ты там все время там со всеми какие-то там... Эти вибрации, да, осторожно, да. А то довибрируешь. Это у меня на холсте. Я как бы сам не думаю, я просто пишу, подключаюсь к тебе, и там все ясно. Никто тебя за язык не тянул. Деньги давай тогда. Подключаешься. Конечно, раз подключаешься, деньги давай. Так это уже получается соавтор, понимаешь? А теперь пошутил. Леша, иди. Ну, так знаете ли. Знаете, парни, так нужно осторожно как-то. Я как раз подругу нашел. А, да. Ну, расскажи, что картины. Я ведь сам пишу, картины, они, ну, аморфны. Если бы теперь было Сталин время, я бы написал, Сталин разоблачил Гитлера. Если бы Сталина на тебя нету. Если бы жил в Германии, я бы написал, Гитлер спасет всех от этих лагерей Сибири. Если я вот жил бы где-то там теперь в Китае, написал бы, вот Европа. Я тебе классный мультфильм пишу на эту тему. Есть мультфильм 54-го года. Твой его снимай. Он главный. По тому же автору, который написал 1984. Орвел. Собачий, это скотный двор. А. Есть мультфильм, классный мультфильм английский. И целый фильм. Угу. Час. Да, ну... Как называется еще раз? Скотный двор. Скотный двор. Но классный мультфильм. На русский переведен там, или на латышский? На русский. Ну, английский, но перевод на русский. И там все это... На основе скотного двора, там свиньи и так далее. Да. Вся политика так классно обрисована. И так что... Концлагеря при любой власти. Да. Ну да, теперь просто называется пятиминутный город, как-то так красиво. И да. Там чекпоинт у каждого конца улицы, все по-человечески. Ведь запись в паспорте у евреев, не писали народность, а писали веру. И, да. И эта запись была для многих билетом в газовую камеру. Да. Так, да. И, кстати, ввел... Это запись и прописку именно Сталин? Да, но я просто думаю, что во все времена были, ну, глобалисты, кто хотели, так же Наполеон. Нет, я всегда говорю, что есть два народа. Тимирлан монгольский. Все же были глобалистами. Они хотели весь мир объединить, и, ну, нет, сама в этом идея... есть плюсы. Бо я вот только что был, сын уехал в Мюнхен учиться, и в аэропорту. Ну все там классно. Лучше некуда. Можно попить кофе, машина, все. Но и это ведь принадлежит тем же глобалистам. Это вся их инфраструктура. Мы их можем критиковать, но все-таки они весь мир классно устраивают. Есть у них и плюсы. Есть, да. Не нужны никакие больше визы. Под любым флагом можно идти воевать. Только в итоге можно получить пулю.
Да. Насчет попить, такой черный юмор мне друг пошутил, хорошо, мне понравилось. Так мы с тобой попили, но детей и внуков жалко. Не понял. Мне не дошло. Это русский язык забыл. Перефразирована поговорка. Мы с тобой пожили. Ну, что попили, да. Попили, пожили. Да. Но у тебя там в Сейме нет? Когда как раз начнется? Мы на этом году арт-рит сделали в сентябре, чтобы успеть. А то прошлый раз, как позапрошлый, все так красиво, люди приехали. Выставка, но пришлось закрывать. Все будет хорошо. В сентябре успеем? Ничего не надо успевать. Я, как всегда, всегда готов. Ну я так сходу не готов, да. Ну да, так хотите, все время в Нью-Йорке. Хотите сходу, так чтобы я придумал, да? Да. Потому что ты больше всех гражданин мира, в Нью-Йорке живешь, так ты там все знаешь, что, где, когда. Название картины — это дело серьезное, так нельзя, как бы сходу. Ну, хоть какой-то намек. Идея. Ну, название уже почти написано на холсте. Ну это да, это память погибших в Холокосте, кто вот своим такой жертвой всему миру показали, кто есть кто, и выявили, и потом был Нюрнберг. Но теперь все так опять скрыто, и все, каждый, даже депутат, чувствует, что что-то не то. Вот то, что говорят по телевизору, не совпадает. Что-то творится, какой-то переворот, кто, как. Они забыли историю. И старую поговорку «Рим предателя не платит». Я думаю, надо назвать тогда... У вас больше ничего не будет, но вы будете счастливы. Да. Вот так. Кто против счастья? Да, кто против? Все тут счастливы. Больше ничего не принадлежит. Все в тесноте, да не в обиде. И как-то так. Ну, надо 21 день по психологии, чтобы привыкнуть к любому. Вот ты фильму интересно рассказал про скотный двор. Я тоже вот думаю вторым часть полушарием, что в принципе животные же лет 100 назад вообще гуляли по лесу, их просто стреляли на еду. Потом где-то там, 800-х или когда, уже загнали такие вокруг домов там. Чтобы за ними не бегать. Поляны, да, конечно. Потом уже где-то в советское время сделали большие хлевы уже в домике, а теперь уже вообще эти ящики подключили его к этому доильному аппарату, и он сидит в металлическом всю жизнь. В принципе, людей почему бы нельзя тоже так подключить? Я всегда говорю, что есть две национальности. Это овцы и те, которые их стригут. И вторые очень интернациональны. Да. Тогда называем картину, как там было, у вас больше ничего не будет, но вы будете счастливы. Как-то так. Или как это на русском? Ну, как-то очень длинно получилось. Да, длинно. Прижились короткие названия, там, ВЭФ, БМВ и так далее. Да. БМВ, ВЭФ, ВЭФ, это как наш... Кстати, тоже легенда, потому что Википедия откроет, что ВЭФ развился от радиомастерской, который где-то в подвале было и так далее. И World Economic Forum. Не-не-не, ВЭФ там же, по-моему, какая-то мастерские почтовые службы были, по-моему, нет? Вот, это официальная версия, а это не совпадает. Не совпадает? Это совпадение, что World Economic Forum тоже ВЭФ, и наш ВЭФ. Или это наши устроили, этот World Economic Forum? Был громаднейший концерн Union. Во время царской России, где офис главный был в Петербурге, на Украине, в Польше. Здесь были главные заводы. Ну не в Латвии, в Российской империи заводы были, если быть более точным по названиям в то время. Да. Давай, пожмем руку, и тогда Хакин, сейчас Эдвин, будьте, и так скидывайте. Что там? Лес.